Дмитрий Медведев стал сегодня председателем организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее этот пост занимал американский президент Барак Обама. На пресс-конференции по итогам форума, который прошел в столице Гавайи в Гонолулу, Медведев говорил, помимо прочего, и о сотрудничестве с американцами в области противоракетной обороны. Пока что переговоры между Россией и США по этому вопросу к успеху...